мы решили развеять мифы о людях, живущих с ВИЧ-инфекцией. Бытует мнение, что людей, живущих с ВИЧ, можно легко вычислить по внешним данным, по образу жизни. Давай познакомимся. Меня зовут Света, мне 38 лет. Меня зовут Настя, мне 32 года. По образованию я клинический психолог. А я психолог-педагог. Я замужем, я родила двух здоровых детей. Я тоже замужем, и мы планируем ребеночка. Я веду здоровый образ жизни, я никогда не употребляла наркотики. На сегодняшний день я тоже веду здоровый образ жизни, и в моем прошлом были тяжелые наркотики. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого у одного из нас есть ВИЧ-инфекция.